Thank you.
Мы рады приветствовать вас на второй игре группового этапа этого интереснейшего турнира. Пусть это и предсезонный турнир, качество футбола от этого совсем не хуже. Сегодня встречается Гуанчжоу Эвергранд с Манчестер Сити. Смотрим на состав команд.
Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Смотрим состав Манчестер Сити. Тройка нападений. Эбрюйне! И еще матч открыт. Отлично, они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенный издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе конкретных футболистов. Один-ноль в нашей игре. Манчестер Сити гол. Ван Бувей. Джен Джи. Муй. Рияд Махрез. Смещает центр. Удар. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Джен Джи. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Родри. Де Брюйн. Де Брюйн! На этот раз мимо. Ну не каждый раз забивать, да? Муй. Карвалью. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Фото. Очень грубо в отборе сыграно. Желтое тут может быть. Горчишник получает очень важный игрок команды. Да, и теперь тренеру стоит хорошо подумать, либо оставить его на поле с риском удаления, либо все-таки сделать замену. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. И буквально подарил мяч сопернику.